Шеф-повар Максим Григорьев. Шоколадные маффины с консервированной вишней. Предлагаю вашему вниманию вкусные шоколадные маффины с консервированной вишней. В таких маффинах очень удачно сочетается шоколадный аромат и вкус с вишневой кислинкой и ароматом. Время приготовления – 50 минут. Ингредиенты. Вишня консервированная 200 грамм. Какао-порошок 3 столовые ложки. Масло сливочное 160 грамм. Мука пшеничная 140 грамм рам. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Сахар 140 грамм рам. Сахар ванильный 20 грамм. Сок вишневый 4 столовые ложки. Соль 0,5 чайных ложек. Яйца куриные 3 штуки. Шаг 1. Для работы нам понадобится консервированная вишня, вишневый сок из консервированной вишни, сахар, мука, сливочное масло, какао, соль, яйца, разрыхлитель, ванильный сахар. Шаг 2. Соединить масло комнатной температуры, сахар и ванильный сахар. Шаг 3. Взбить до образования пышной массы. Шаг 4. По 1 добавлять яйца, постоянно взбивая. Шаг 5. Соединить муку, какао, соль, разрыхлитель. Шаг 6. Соединить сухие ингредиенты с масляной смесью и венчиком смешать до соединения компонентов. Шаг 7. Добавить консервированную вишню и вишневый сок. Шаг 8. Тесто получится очень нежным. Шаг 9. Выложить тесто порционно. Шаг 10. Готовить приблизительно 15 минут при 180. Шаг 11. Маффины и готовы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.